Добрый день, дорогие мои аквариумисты! Приветствую вас всех на своем канале. Хочу с вами поделиться о некоторых растениях, которые у меня растут полюдариями и которые меня очень приятно удивили. Мой любимый спатифилум, который здесь рос у меня в горшочке. Горшочек здесь очень маленький, и, естественно, он перерос уже, и начали кустики вылазить прямо из горшка вместе с корнями. Я эти кустики оторвала, и мне просто жалко было их выкидывать. Я просто взяла и посадила их в воду, прямо со стволом. Некоторые листья вообще находятся под водой. Как вы видите, здесь капает на него вода, он находится у меня полностью во влажном состоянии. И, если честно, я думала, что он у меня сгниет. Ну что вы думаете, как бы не так? Наоборот, он стал очень хорошо, еще лучше расти, начал выпускать новые листочки. Листья, посмотрите, все зеленые. Нет желтых кончиков, как бывает, вот знаете, когда вот сухая почва или слишком влажная почва, бывают листики, кончики листиков такие желтые, сухие. Здесь, посмотрите, они все полностью зеленые, ничего не желтеет. В общем, чувствует он себя в влажном состоянии великолепно. С другой стороны, у меня тоже растет куст, который уже начал просто цвести. Посмотрите, какой большой он выпустил цветок, такой красивый большой бутончик. И заметила его, если честно, совершенно случайно. Я даже и не видела, что он у меня зацвел. В общем, я была очень приятно удивлена, что очень понравилось этому растению во влажном таком состоянии. Даже лучше, чем в фитофильтре. Здесь ему намного как-то комфортнее смотреть. Прямо приятно на него смотреть. Замечательно себя чувствует это растение, несмотря на то, что он находится полностью во влажном состоянии. Криптокарина, посмотрите. Криптокарина начала тоже. Я все время думала, что криптокарина растет чисто под водой. Но у меня, посмотрите, она вылезла и стала расти над водой. После того, как я добавила свет боковой, это растение очень стало хорошо расти. И посмотрите, оно прямо находится у меня над водой. Часть листьев под водой и часть листьев над водой. Вообще, конечно, супер. Смотрится вживую, это просто великолепно. Возможно, на видео не так я могу все это передать, но вживую, конечно, все это смотрится очень красиво. Меня очень приятно удивили эти два растения. Я смотрю и просто любуюсь. Ну, про Ляну и говорить тут нечего. Ляна вообще себя замечательно везде чувствует. Вообще неприхотливое растение. Я ее постоянно подстригаю, потому что листья уже становятся все больше и больше. Закрывает свет. Приходится постоянно подстригать. Поэтому Ляна, мне кажется, куда ни посади, она будет везде расти. Она у меня в фитофильтре хорошо росла. И здесь с полюдариями тоже очень хорошо растет. Ну, наверное, это основная информация о растениях, о которых я хотела с вами поделиться, рассказать. Возможно, кому-то это пригодится. Но я всем желаю приятного просмотра. Всем до свидания и до новых встреч.